я не виновата, я не могла их не взять. Пришлось заплатить. Они мне нафиг не нужны были. Ух ты! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас очередное видео Fix Price. Да, в последнее время я зачастила Fix Price, но я не виновата. Там очень много крутых новинок. Так, сегодня я решила помаду сделать поярче. Одела кофточку, которая у меня, вот знаете, вот она лежит. И что я ее не одеваю, не знаю. Она так классно, удобно сидит, свободненько. Какие классные тут у меня, видите, эти штуки. Ну, вы поняли, да? И еще я специально не расчесала волосы, потому что я люблю, когда я немного лохматая. Поставьте лайк, кто тоже любит легкую лохматость. И вообще, мне кажется, это больше такое, знаете, a fashion. Да, и у меня домашние штаны. Ладно, давайте поедем. Есть немного новиночек. Я просто не хочу затягивать с видео. Хочу скорее вам его выпустить. Итак, первое, что я взяла, это вот такие классные детские раскраски, альбомчики для рисования. Я взяла две такие, одну марку, одну Деньки, потому что у нас сегодня двое детей. Сегодня и завтра, и вчера. И вот, пока что у меня гостюет моя подруга. Вот, поэтому все вот такие всякие приколюшки на двоих надо брать. В чем здесь прикол? Смотрите, на липучечке вот здесь, да, открываем. И здесь вот такие черные странички. Вот, мы уже рисовали, видите, там Марк рисовал. Марк сам рисовал? Или это помогала Любочка? В общем, здесь вот так вот несколько перелистываем, а здесь в конце вот такой кармашек. А в кармашке лежат у нас фломастеры. И эти фломастеры, 4 штуки их. Цвета зеленый, красный, желтый, голубой. И они рисуют вот здесь. Вот можно рисовать. И потом можно все это стереть обычной салфеткой. Денька у меня, конечно, ему тоже все понравилось, он заценил, но он постоянно открывает колпачки и не закрывает. Именно на этих фломастерах. Вообще на фломастерах он закрывает колпачки. Вот. А именно здесь не хочет. У нас все в этих фломастерах. Сейчас я фломастеры не очень люблю. У меня уже весь диван в фломастерах в этих. Хорошо, что снимается, стирается все влажной салфеткой. Вот что хорошо. А не надо ли вас пониже чуть-чуть сделать? Вот так. Комфортнее же? Чуть-чуть. Короче, это классная штука. Мне очень прям понравилась. И вот там два вида таких. То есть с ракетой для мальчиков, а для девочек там розовенькая. Прям вообще такая розовенькая, такая миленькая. Я сначала хотела розовую, конечно, взять, но у меня мальчик, поэтому мне пришлось взять ракету. А для себя бы я взяла розовую. Красиво, кстати, рисуют они. Вот, смотрите, зеленые еще. Ярко прям, видите, как синие. Прям вот яркие цвета. И красные. Почти как кислотные. Очень. Как прям мелкие, не знаю, с чего сделаны. И вот я салфетку притащила. Просто обычная салфетка. И вот вытирается салфеткой. Очень хорошо. Все, потом она подсыхает и снова рисуем. Вот. Классная штука. Вот то, что было нарисовано давно. Давайте посмотрим, не въелось ли оно. Вот, отлично стирается. Ну, вот так, в принципе, с гладких поверхностей оно легко убирается. Так, еще появились вот такие классные баночки, бутылочки в Fix Price. Я себе взяла. Вообще, я хочу давно поставить, знаете, у кровати. Ну, у нас поильничек есть, да, Денька пьет. Но вообще хорошо, чтобы он с бутылочки какой-то пил, чтобы было больше. Потому что я каждый день наливаю воду, и вот пьет он много у меня. Такая бутылочка. Красивая. Сначала я увидела фиолетовую, мне так понравилось. А вообще здесь 3 цвета у них. Фиолетовый, вот такой голубой и серый, серо-черный. Вот такая крышечка. Открывается, закрывается. 99 рублей стоит. Здесь у нас мерно еще, да, сколько у нас тут, пол-литра. Вот так вот мерило такое здесь нарисовано. Ну, короче, мне оно показалось какой-то стильное, прикольное. Внутри еще шнурочек там, вон, видите? Короче, классное. А, и вот здесь шнурочек можно этот зацепить. Красивая бутылочка, мне кажется, красивее, чем все, которые я видела в Fix Price. Так, новые губки для мытья посуды содержат уголь. Они черно-белые. Я не могла их не взять. Они же черно-белые. Ой, они даже пахнут шоколадом. Ну, какой-то у них
Интересный запах. Вот с этой стороны такой не особо, вот как у тех, вот которые антибактериальные, такой какой-то. А вот здесь прикольный. Надо их намочить, посмотреть. Короче, они содержат уголь, более гигиеничное мытье посуды, благодаря адсорбирующим свойствам частиц угля в составе поролона. Вот такие дела. Еще что я взяла? Я взяла вот такой ночничок. Возможно, вы ночничок такой видели у нас. Я взяла еще вот такого цвета бежевенького. Потому что Любочка в другой комнате находится. Мне кажется, им тоже нужно ночничок. Когда у нас свет везде выключается, совсем темно, да? Получается, либо совсем темно, либо большой свет. Я им решила тоже ночничок взять, потому что мне он нравится, он очень классный. Вот наш ночничок, чтобы вот не быть голословной. У него три режима. Три раза нажимаешь, потом выключается. То есть вот раз чуть-чуть, два сильнее, три еще сильнее и выключает. У меня чуть садится батарейка, здесь батарейки 3 АА батарейки работают, да? Надо их поменять просто, поэтому он сейчас тупит немного. А так вообще он отлично работает, и мне нравится, он прям незаменим такой. И красивенько, аккуратненько выглядит. Я еще один такой взяла, понадобится. Ну а еще, как оказывается, эти ночники отличные игрушки для детей. Вот два светлячка. Светлячки. О, потухло. А ну включай светлячок. Где свет? Включай свет. Ну-ка нажимай, где свет? Батарейки выпали. Ну, конечно, все, теперь без мамы никак. Так, взяла альбом для рисования, вот такой вот с котятками, так как наши мальчики любят котяток. Марка есть котятка, и вот у нас котятка. Вот она. Кто не видел нашу котятку? Она тут с мамой. Котятка с мамой, да? Мама тут фикс-прайс делает обзор, и котятка помогает. Да. Она говорит, ой, а это что интересненькое. Вот, 48 листов просто. У нас мальчики любят рисовать, поэтому я решила взять альбомчик, а то я вырываю со своих блокнотов всех. Так, тоже не знаю, сколько стоит, тут напишу. Так, что еще? Денька, представляете? Пришлось заплатить. 199 рублей, по-моему, стоит. Это 199 часы, блин, 3 в 1, понимаете? Они мне нафиг не нужны были, но он их взял, они были запечатаны пленкой прозрачной, он стоял их расковырял, я понимаю, что раз расковырял, распечатал, ну как бы уже некрасиво, там охрана ходит за нами, следит в оба, понимаете, я говорю, Дэнь, ну придется брать, но он прям меня не отвлекал всю дорогу, пока я там ходила и что-то искала, он вот эти часики вот так, я говорю, ну все, будешь учить время, раз взял часы. Короче, такие часики. А что они 3 в 1? Подвес на стенку, магнит на холодильник. Ух ты! Магнит на холодильник. А я думаю, куда же их деть сейчас? На холодильник сейчас пришпилю. Переводное колесо. Элемент питания. Одна батареечка АА. Подставка в комплекте. А 3 в 1-то что? В смысле, вешать их можно? А, 3 в 1-то то, что их вешать можно разными способами. Либо как магнитик. Но магнитик какой-то маленький, так вообще он удержит. Либо на подставке, вот что значит 3 в 1, да? Либо вот подставочка ставите куда-то, либо вот на гвоздик вешаете. Вот что значит 3 в 1. Ну, короче, вот такие вот симпатичные, как бы, да? Ну, Денька вот так крутил, ну, ладно. Будет крутить, учить. Как ты будешь изучать, а? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А вот это? 11, 12, 13. Все правильно. Повесила часики. Да. Часики, скажи, не для детей, да, какие-то? Подчинил? Да. Начали крутить, и стрелка отвалилась. Короче, она крепится там на соплях. Дальше. Взяла вот такую штучку, новая пенка, скраб, маска, 5 в 1, 5. Гладкая кожа без черных точек, сужение пор, глубокое очищение, соберегуляция, купирование акне и ровный тон. Естественно, я это буду делать отдельный обзор на своем втором канале, ссылка на него под видео. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, я вас там очень трепетно жду. Так, носочки, смотрите, я взяла, помните, я брала беленькие такие, со снегирями и снежинками.
Они мне понравились. Прям по качеству они такие мягенькие, классные. Я решила себе взять еще такие бордовые. Мне кажется, они прям классные под мои губы. Слушай, я не под губы брала, а может я какой-нибудь хочу себе бордовый домашний костюм. Я хочу себе домашний костюм всех цветов. Сейчас зеленый жду, не успела его вчера забрать. Так, еще что я хотела вам показать, это дощечки. Появились новые дощечки, 149 рублей. Вообще, когда я снимала обзор, я не собиралась ее покупать. Потом что-то я пересмотрела свои взгляды. Потому что дощечки вообще надо менять все время. У нас сейчас пластмассовая, мне кажется, она уже какая-то такая, ее пора выкинуть. И вообще я не очень люблю дерево, потому что, ну, оно, знаете, вот как-то не так смывает. Ну, не знаю, может, у меня деревяшки какие-то были. Вот, знаете, что я хочу посмотреть. Хочу открыть и посмотреть, насколько она гладкая. То есть, если она прям отполированная как следует, и, может, даже еще лаком скрыта, то вообще зашибись как будет. Что-то написано. Доска разделочная, выполнена из бамбука. Вот из бамбука у меня не было. У меня была деревянная, из дерева обычного. Из экологически чистого материала. Подходит для любых типов кухонных ножей, в том числе и керамических. Так как меньше портит лезвие. А ничего еще лезвие портит, я не знала. Красивая, прочная, износостойкая доска станет украшением любой кухни. Подходит в качестве подставки под горячее. Обратите внимание, здесь такое. После использования доску необходимо сразу помыть и вытереть насухо. Обратите внимание, да, что доску нужно сразу помыть. Это для таких хозяек, как я, что ли? Не, на самом деле, вот что касается досочки, я ее всегда мою. Так, слушайте, ну, блин, у нее интересная поверхность. Знаете, какая у нее поверхность? Такое ощущение, что она из каких-то вот таких вертикальных волокон сделана. То есть вот так вот трогаешь, одно ощущение, а вот так скользит прям. Поняли? И вот я прям вижу мелких-мелких много полосочек. С двух сторон она вот такая одинаковая, вся такая цельная, никаких заусенчиков нету. Да? В целом приятная. Ага, смотрите, прямо оторвалась у меня заусенка. Ее бы еще можно было бы отполировать. Особенно вот здесь снизу и сверху. Здесь по бокам еще более-менее. Ну ладно, пахнет неплохо. Ну красиво будет смотреться, да, возможно. Особенно если у кого-то декор кухни еще такой деревянный. Вообще красиво будет смотреться, да. Ну вообще, короче, у меня досточки уже давно. Пора те выкинуть, поменять, как бы, да. Если это не понравится, поищу другую потом досточку и возьму. В целом, ну как бы я не пожалела, что купила, я хочу ей попользоваться. 149 рублей. Вот смотрите, как сюда вписалась наша вот дощечка, а ту белую я пластмассовую уже выкинула, она вся какая-то покоцанная. Ну и последнее, что я вам покажу, это нашла Любашка, представляете? Это книжка для детей. Вообще у меня есть книжка из этой серии, она тоже ее взяла, я говорю, о, у нас такая есть. Там, где анатомия человека, я вам показывала, там вот как болеет человек, все его органы. Мне самой было интересно ее почитать, она у нас лежит вообще вот так, чтобы Денька ее там не испортил, не гонял. Она реально для чтения, даже для взрослых, да. А она нашла такую вот книжку, говорит, я давно такую искала, откуда берутся деньги для детей. Вообще мы с ней очень любим читать что-нибудь такое про деньги, смотреть видеоролики, саморазвиваться как-то. 199 рублей она стоит. И на самом деле для книжки это очень недорого. Сейчас книги очень дорогие. Если зайти на Озон посмотреть, если вообще в книжный пойти. Вот в книжный я вообще не хожу. Можно выбрать что-то в книжном, да, но пойти и заказать в 2-3 раза дешевле где-нибудь на Озон или еще где-нибудь. Короче, а в фикс-прайсе 199 рублей, так а внутри, понимаете? Просто глянцевые, красивые, яркие эти листики, да. Я побеждаю страхи. Интересно, сказка о медвежонке, который боялся спать один. Мудрый совет. Давайте я вам что-нибудь сейчас вот откроем. Ну, вот смотрите, вот красивые, да? Ну, просто эту книгу очень приятно держать в руках. Качество просто 100%. 100 левел. Давайте откроем, просто я зачитаю что-нибудь, что нам там интересного советуют. Что такое экономика? Сразу открываю, смотрите. Итак, что такое экономика? Вот стоим мы в магазине. Что мы видим на витрине? Много здесь товаров, не дают их даром. Где же взять нам деньги? Где же заработать? Кто их нам заплатит? Вот еще забота. Кажется, что трудно, кажется, что сложно, но на самом деле заработать можно. Чтоб об экономике многое узнать, надо эту книгу срочно прочитать. И это в середине книги. То есть уже человек половину туда читал.
имеется в виду до конца, наверное, да? И вот какой-то совет здесь. Дорогие родители, пришла пора вашему ребенку узнать, что такое деньги, откуда они берутся, как их беречь и зарабатывать. На примере поучительной истории о зайце, который организовал торговлю морковкой, ваш малыш получит первые знания об экономике. А с помощью практических заданий он освоит навыки ведения бизнеса, успехов вашим маленьким бизнесменам. Что такое натуральный обмен, задания здесь, ничего себе. Мы с Любой, кстати, делали натальную карту, и нашим деткам обоим выпало, что они должны быть бизнесменами. У них очень все складывается к тому, чтобы их отдавать вот в бизнес-школу куда-то, вот экономика и все дела, что у них все пойдет, связано с деньгами, с бизнесом, вот, собственно, личным. Поэтому мы такие книжечки, я, как она говорит, о, класс, я говорю, мне бери такую просто, чтобы была. Обязательно. Чуть научимся читать, чуть научимся слушать, а то пока что у меня ребенок не поседа такой, он долго не сидит на одном месте. Я сразу начну. Но такие книжки за 200 рублей упустить, мне кажется, нельзя. Все, мои хорошие, это все, что я хотела вам сегодня показать. В фикс-прайс мы ходим регулярно, все новинки скупаем сразу, либо показываю их на своем втором канале в походе в фикс-прайс, то есть прям с полок. Потому что, конечно же, не все я беру, иначе бы я разорилась. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Спасибо, что были со мной, спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. И, кстати, у Любочки тоже есть канал, и я на него тоже оставлю ссылку под видео. Обязательно подписывайтесь. Люблю вас, целую.